Надо находить возможности просто для какого-то теплого обмена эмоциональными, положительными какими-то контактами, словами, там, я не знаю, просто поддержкой и прочее с другими людьми. Потому что как только мы ставим себе задачу, что мы должны думать даже не о счастье, а просто о благе других людей, ну, хотя бы в какие-то моменты, там, сказать, я не знаю, хоть с соседкой по лестничной клетке, там, и так далее. Я помню, мне в Москве, у меня когда была первая квартира, у меня была совершенно замечательная там соседка, вот, она была очень уже старенькая, вот. И, значит, я всякий раз, когда выходил, вот, а ей скучно, видимо, было очень, она все время открывала дверь, вот, и со мной беседовала. Ну, как бы, никакого смысла вроде бы нет, да, в этом всем, но вот это ощущение, что ты можешь другому человеку дать какое-то тепло чуть-чуть, уже более правильным делает твое существование.